Ребята, привет! Девчонки, мальчишки. А также их родители. Да. Рыбалку. Танюша с Олесей увидеть не хотите ли? Да. Мы тоже хотим увидеть, мы просто в пробке пока. Пробки дикие. Дикие пробки просто везде. Все скорее ловят момент. Солнце просто жарища. Капец. Дождались. Вот. Дождались. Две недели ждали. Заехала я сегодня в рыболовный магазин за червячками, а там передо мной 15 человек в очереди. Я посмотрела, развернулась, поехала в другой. Заехала я в продуктовый магазин, а там люди телегами покупают шашлыки, мясо для шашлыка и всякое такое. Ну, в общем, я к чему веду? Вы поняли, да, что все хотят выбраться на волю, кайфануть под солнышком. Вот мы не исключение. Мы не исключение, да. Надеемся что-нибудь пойти поймать, но это даже не... Это второстепенно, как бы, да? Да, второстепенно. Главное, да, солнце, воздух, да, особенно и вода. Мне, которой нельзя загорать, да? Да, к сожалению, Олесечка у нас тут, да, укусил нехороший клещ. Вот поэтому зонтик приобрела. Будет по зонтикам, как истинная леди, теперь будет... Да. Белокожая. Нет, я не люблю такой быть истинной леди. Я люблю быть темнокожей истинной леди. И не аристократка. У меня нормально темный. Вот. Так что всем хорошего дня. Давайте с нами. Подключайтесь. Forever. Мы находимся в Казанке. Наконец-то мы добрались до рыбалки. Вот. До рыбалки. Да, до реки. Все. Установили свои удочки. Но пока не клюет, мы только приехали. Погода суперская. Вон, посмотрите вдалеке, сколько машин. Мы нашли такое местечко уединенное. И вообще красота. Просто супер. Вот такая красота. Вот он. Орел тут летает. Или кто он там. Прекрасная погода сегодня. Сидим. Сидим. Кайфуем. Доехали. Кое-как. Наконец-то мы на рыбалочке. Все. Теперь мы здесь. Теперь бы еще клевало. Теперь мы здесь. Смотрите, какая красота. Вот. Вообще супер просто. На улице. Облачка какие. Вот. Пока не клюет. Да мы еще 5 минут, потому что только так расчехлились. Вот там кто-то мчится. На всех парусах. Вот бы нам так, да? Но... Так что вот так вот, такая у нас красотища. Красотища. Маленькая. Ребят, Танюха у нас тут уже рыбу ловит. Да? Классно? Да. Вот такое вот. Да, вот такое вот классное место у нас здесь. Дай бог, наловим рыбки. Ребята, а вот и моя первая рыбка на фидер. Ну, я не такую ожидала, но надеюсь, это только для начала. Все. Ребятки, Таня у нас-то купальный сезон открыла. И как вы думаете, почему? Да все потому, что у нее без конца крючок зацепляется. Она уже 2 раза заныривала, выныривала. И каждый раз все глубже, глубже. В следующий раз я не удивлюсь, если она тут берег поплывет. Вот. Грузик вот этот у нее там зацепляется. Да, да, да. А водичка ничего, так привыкаешь, нормально. Ну вот, Таня купальный сезон открыла. Ну что ж, ребятки, смотрим, что у нас тут Татьяна заловила. Прыгает рыба? Прыгает. Молодец, ну что, Татьяна, молодец. Вот какая рыбачка. Да. Умница. Ребятки, ну вот и все. Наш уикенд сегодняшний подошел к концу. Едем мы домой, уже все, закат кругом. Народу нету. Сюда мы так долго добирались. Мы 2,5 часа до Каларова ехали. Пробки были.
хороших выходных. Да, кстати, с Днем России. Россияне. Россияне.